Здравствуйте, дорогие подписчики. Сейчас у нас такое обновление летнее. В общем, пришли новые колесики для большой машинки. Сейчас стояли вот эти вот Hankook Dyna Pro. И вот эти вот Yokogamy я только что забрал из компании, из транспортной. Вот. Колесики вообще замечательные. Присутствует такой белый налет, который говорят, что должен быть на нормальной резине. Вот. Ну, такой, как тальком присыпанный. Шины 20-го года. Made in Japan. $245 на $75. И маркировка у них идет MS. Но зимние у меня есть Yokogamy G075, поэтому навряд ли я зимой на этих буду гонять. Вот. Вес 4 покрышек 90 килограмм. Так выглядят они достаточно внушительно. Очень толстая боковина, порядка, наверное, вот столько там есть. Вот, очень-очень хорошее впечатление производит. Посмотрим, как они сейчас себя просто на асфальте будут вести. Ну вот, конечно, сравнивать нельзя, две разные шины, это АТМ, это МТ. Но, тем не менее, вот эти мне не очень, они шинки понравились. Вот, стерлись они, во-первых, по-дурацки как-то через шашку. Во-вторых, боковина очень-очень мягкая по сравнению с этой, вообще не прожать. То есть тут как бы ничего нету, миллиметров 5, а здесь добрых сантиметра полтора, наверное, есть. Вот и разница.